смотрела на центральной станции в Стокгольме. Ну, как всегда, я везучий человек. У меня перед отъездом пропала карта ID моя. Вот, поэтому я не смогла уехать неделю назад. Теперь я все-таки приехала уже в Стокгольме. Перенесла тяжелейший вообще путь на пароме Таллин, потому что у меня есть, оказывается, все-таки морская болезнь. Я это подтвердила в очередной раз. И вот теперь отправляюсь в Фалун, и выясняется, что какая-то поломка на дорогах. Теперь мне придется ждать еще 2,5 часа, и то это не точно то, что я выйду в путь. Вот. Так что будем смотреть, что будет дальше. Who are you? I'm French. Yes, his name is Tripy.